Вітаю! У кількох попередніх програмах ми обговорювали сутички в селі Градиниці, які ось-ось загрожували перерости криваву бійню. У нас в програмі виступала і та, і інша сторона конфлікту, але основне питання, через яке почалася перестрілка і мордобій, не з'ясовано. Скільки ж платить орендар за землю селянину? Багато або ж мизерно мало? Грубо кажучи, обманує селян чи ні? Це питання для сільського жителя дуже, дуже важливе. І сьогодні у нас в студії голова комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, правозахисник Георгій Блошиця, якого запрошували розібратися в конфлікті і та сторона, і інша. Він висловить свою думку, і не тільки своє, а я так розумію, думку Одеської обладміністрації з цього питання. На даний момент селяни в подиві. Так обманюють їх по оплаті за землю чи ні? Когда же я стал заниматься земельными паями, что выяснилось? Значит, есть в селе Градиницы три основных крупных арендатора земельных паев. Земельные паи – это статус как бы земли частного лица. То есть люди в результате распаивания, или, говоря простым языком, разделения вот этого колхоза, говоря советским, да, там, вот советское время, мы еще помним, да, вот колхоза, потом это был уже совхоз с красивым названием «Украина». Вот разделили они Украину, очень такой показательный, иносказание такое получается. То есть вот разделили они Украину между собой, между всеми. Кто имел на это право. Ну, не, вот должны были разделить по-честному, а получилось то, что вы сказали, раздеребанили. Давайте подивимось наше інтерв'ю, яке ми взяли у пана Кобилянського. Він був у цій студії, він один з батьків, засновників фірми «Колос». Віталій Кобилянський, мабуть, основний засновник фірми «Колос». Відомий одеситам як комерційний директор і перший заступник генерального директора РК «Антарктика». Просмотрев интервью Кобылянского и господина Кобылянского и господина Разумова, я увидел, что между ними есть нестыковки и даже разногласия. Одновременно это странно, и в то же время это позволяет понять истину. Потому что когда каждый высказывается, пытаясь объяснить на вопрос, почему вы за пай платите одну цену всем, а именно одна тонна 100 килограмм зерна вот, в 2018 году, в то время как пай размером начинается от 1 гектара, 1,2 гектара, до 4 гектар, 7, то есть почти 5 гектар. Или там даже, ну вот, почти 5 гектар, 1,2 гектара и почти 5 гектар. И тот получает 1 тонну 100 килограмм зерна, либо денежный эквивалент. Кстати, в денежном эквиваленте они тоже путаются. В обществе или там у следователей есть такое выражение, путаются в показаниях. Вот, и это очень, на самом деле, ну как, я в шутку скажу пока, потому что я не следователь, но очень напоминает эту историю. Так вот, что происходит? Оба они заявляют о том, что нормативная оценка сегодня земли, вот я цитирую, например. На сегодняшний день есть по Одесской области окончательная оценка 31 тысяча гривен стоит 1 гектар. Это очень важно. 31 тысяча стоит 1 гектар. 1 гектар, не пай, ни одно село, ни одна область. То есть, потому что все бы хотели так. А именно 1 гектар. Кстати, они не говорят же за одну сотку. Потому что это была бы 1/10, да, всего лишь. Они именно говорят пай. Потому что с их точки зрения это выгодно, естественно. Вот. Дальше. 31 тысяча.
3% это сегодня уже, ну, вряд ли кто платит, потому что это каких-то 900 гривен за гектар, это нереально. Это нереально, заявляет господин Каблянский. Действительно, 900 гривен за гектар – это нереально. Сделаю паузу. В этом году мы проводили соцопрос. Часть этих соцопросов я лично проводил, часть мои коллеги по селу ходили. У нас было три простых вопроса. Три простых вопроса, но которые позволяют все, что тайное, скажем, сделать более явным. Вот эту запутанную ситуацию как бы увидеть наяву. Есть ли у вас земельный пай? Вопрос номер один. Человек говорит, есть. Какой размер вашего земельного пая? Человек говорит, например, 2,7 гектара. Ну, почти 3. Вы его сдаете в аренду и сколько получаете? Нам отвечают, тонну 100. И четвертый вопрос был, ну, как бы, если хотите, ответьте на него. Кому вы сдаете ваш земельный пай? Подавляющее количество людей отвечало «Колос». Так как они все называли, что у них есть пай, какого они размера, и сколько они за пай получают, то мы просто, ну, реально убедились, хотя они сами это об этом свидетельствуют, и Каблянский, и Разумов, что они в действительности платят за пай. И платят за пай всем одинаково. Ну как же объяснить эту странную ситуацию, когда нормативная оценка идет на гектар? При распаевке земли, я считаю, что людей обманули. Одни получили там 2,5 гектара земли при всех прочих равных, другие 1,8. А почему? Потому что часть земли считалась поливной, и сказали, она стоит дороже, вам 1,8. Угу. А та, которая не поливная, 2,5 гектара. То есть его не было еще тогда, когда его распаевывали. Никакой поливной земли не было уже тогда. В своей речи он объясняет, я не буду все перечитывать дословно, Каблянский объясняет, что она и тогда была поливная только при помощи выездных конструкций, угу, которые, естественно, при распаивании там раздали, распилили, распродали в качестве металла. И на момент, когда это делалось, распаивание, уже никакого полива не было и быть не могло. Просто-напросто. Вот. На самом деле, если говорить фактически, вот что происходит на самом деле, на сегодняшний день поливной является вот та водонапорная станция, которую подожгли со слов Каблянского, а дело в том, что, точнее, и со слов Каблянского, и со слов Разумова, они заявляют, что им ее подожгли. Подожгли там Рожко и команда, а Рожко заявляет, что Каблянский и Разумов ее сами подожгли, причем подожгли имитируя, то есть все работало и работает и целое по сегодняшний день, а только покрылось копотью. Вот. К слову говоря, я не могу однозначно сказать ни да, ни нет, но я был. Тогда, когда меня звал сам Разумов, я был на этой водокачке, и действительно, то, что я там видел, мне показалось во многом странным. То есть, как оно горело и что горело, вот, было непонятно. Вот. Но так как никакой экспертизы пожарной нету, и на сегодняшний день это лишь заявление с двух сторон, то как бы трудно сказать. Так вот, эта поливная как бы станция поливает только сады. Только сады. ООО «Колос». То есть там есть некий кэцик, ну, кусочек территории. Почему я говорю таким словом? Потому что на фоне всего остального это маленький участок земли. И эти сады поливаются. Вся остальная земля обычно одинаковая, больше того. Дороги, о которых говорит Каблянский, их тоже никаких нету. Потому что тогда, когда произошло слияние всех паёв, то дороги между паями, они вошли в общее поле. И остались только, ну, дороги, ну, те, которые были необходимы для обработки полей. Собственно, это усложняет процесс забрать свой пай, потому что он там где-то в середине может остаться, потому что к нему дороги не будет, как его засаживать. Ну и там вторая самая естественная причина, у людей просто действительно у многих нету ни техники, ни возможности ее засеивать и так далее. Фермер Разумов, села Градиниці, пражний куркуль, кулак.
Причому він досить відкритий, що не вміє, то й говорить. І каже в істину приголомшливі речі, зокрема про землю, яку він орендував у селян. Його можна розтягнути на цитати. Сейчас губернатор просто придумал, ну как может он и прав, что надо платить там 8-12. Вот, и это все собирают и говорят, подпишите меморандум, что вы не против платить там 8 или 12%. На самом деле вот у нас вот среди пайщиков, там, среди предприятий есть такая как конкуренция. Да? Вот, допустим, ты только дал меньше, вот если я там меньше, чем там, там мои конкуренты, у меня сейчас сразу будет вот то, что там люди приходили, это будут как бы цветочки. Их будет 10 раз больше и говорит, что там обманул, что давай поднимай, и мы как бы стараемся все выравниваться. Это даже можно назвать какой-то сговор, что перед тем, как что-то выдавать, мы сразу спросим, сколько ты будешь давать, сколько ты будешь давать, сколько ты будешь давать. Потому что если уже начинаются какие-то разногласия, начинаются скандалы. Ну, это как бы никому не надо, поэтому мы это как бы хотим предвидеть эти скандалы, и поэтому как бы между собой у нас ну, есть только, это может грех наш, а может это и не грех, чтобы... Ось цитата. Це може гріх наш, а може це і не гріх. Тобто люди нікого не цікавлять, повірте мені, всі цікавлять гроші в бюджет. Тут, скільки ти людям даєш, це твої особисті проблеми, це відношення мої і пайщиків, і моїх конкурентів, да, щоб люди не вбіжали. Ну, називаємо це землі жителі села Градениць. Ну, вони поділені на три приблизно фірми, які їх орендують по ЄТІ, правильно? Ну, так, ну, Казимиров. Гусєв. Казимиров. Ну вот самый крупный, это я самый крупный. Да. Потом есть Казимиров, ну как бы второй поч. И третий это Сады Градениця. Сады Градениця. Все, вот между вами идет примерно одна ставка на пай, я так понимаю. Но... Да. Что многие люди, которые приходят ко мне за паем, они не знают, например, там заключил договор, он не знает, у него большой пай или маленький пай. Это вот 80% ему сказать, что люди вообще не знают, какой у них пай. Размер свой. Размер пая. Это же, то есть это я обрабатываю, мне уже интересно. Вот цитата. Люди взагалі не знають, який у них пай. Какая все-таки цена реальная за один гектар? Какая настоящая? Вы имеете, чтобы получил человек, чтобы был доволен, да? Ну вот, ну не знаю, и вы довольны, и он доволен. Вот такая вот, вот настоящая цена за один гектар. Ну, потому примерно, что, я думаю, что в этом... Потому что, когда мы говорим, не, у того много, у того мало, а какая настоящая цена? Не, ну смотри, настоящая цена – это рыночная цена. Вот она то, что есть, например. Человек приходит и говорит, у меня бабушка живет в той области, я получил столько, у меня живет в той области. В этом году это где-то 2500 гривен за гектар. За гектар. Да, 2500 за гектар – это который человек, ну где-то от 2 до 2,5, что разные сельские советы по-разному. Ну это за гектар, но мы не платим за гектар, мы платим за паї. Цитата від Разумова. Це за гектар, але ми платимо за пай. Ну, 2,5 за гектар, а 4,5 за пай. У мене, я не понял, там 1300 пайчиков, у мене там осталось, по-моему, 50 пайчиков. Ну, да. Смотрите, ну, как, ну, на самом компания, деле этот вопрос, как вот, после как его поднял там Саша Рашко, да, он вообще не стоял этот вопрос. Но на самом деле, говорю, 70% пайщиков, вот вы выйдете на улицу, смотрите, вот проведите вопрос, сколько у тебя гектар? И вам 50% скажет, да, я вот сдала там туда, туда, а сколько у меня гектар, это когда человек коснется, чтобы продавать, и он скажет, что у меня 1,2 гектара, начнет бить тревогу, что такое, что у меня 1,2, а у тебя 5, и перестанут соседи между собой здороваться. Вот, если да? Честно, я готов, понимаете, да. я адекватный человек, я готов вот так встретиться, там, вот, что тебе не нравится, там, люди не оформлены. Оформленные, везде не оформленные. Сейчас, если... Рожко готов встретиться? Да, но у нас же не стоит вопрос, что это самое. Вот скажите все мои моменты, нету дороги, делом давай, я 150, ты 150, еще что-то ищем. Сделали дорогу, что еще там, кому-то помочь? Ну, как бы вопрос же так не стоит. Цитата від Разумова. Комусь допомогти, але питання так не стоїть. Человеку нужен конфликт. Там. Одно, второе, третье. Ну, давай где-то ругаться, там где-то что-то искать. Это интересный формат. Может, этот конфликт таким образом и умрет. Но я с ним не хочу встречаться, мне не с чем разговаривать с ним. То есть я хотел, допустим, даже через каких-то посредников, давайте вместе вот начинаем прижимать, давайте делаем дорогу вместе. Виталий Разумов, он, конечно, вызывает определенные симпатии у меня тем, что он такой довольно-таки откровенный человек, который рассказал многое вот откровенно. Но я, ну, не могу эти симпатии ставить выше интересов целого села, тем более людей, которые живут сейчас в наисложнейших условиях, вот в Украине в целом. И поэтому, вот как бы мне не было симпатична его откровенность, но я буду... Ну, резко как бы высказывать
и как бы ловить его, если можно так сказать, на каждом слове высказанном, которое изобличает данную ситуацию. Цель моя в том, в итоге, я ее специально проговорю, цель моя в том, чтобы они перешли от этой практики уплаты к реальной и стали платить за каждый гектар арендуемой земли минимум 1 тонну зерна. Минимум 1 тонну зерна. Это сегодня честная формула, это сегодня честное финансовое предложение, это сегодня честный реальный анализ областной администрации, это сегодня честная реальность на территории Одесской области. И несмотря на то, что там в перестрелках и вот этих неумелых выяснениях до истины не смогли дойти, моя задача и цель среди вот этого всего непонятного бардака и конфликта увидеть вот эту истину и донести важное. А важное сегодня является, что люди получают в большинстве своем в 3-4 раза меньше, а это 300-400% меньше, чем им положено и в чем они очень нуждаются. Теперь возвращаясь, почему это стало возможным на территории села, или же там даже это не территория села, правильно сказать, почему это стало возможным по отношению к владельцам паёв жителей села Градиница. Это будет и юридически, и практически правильно сказано. Потому что эти люди договорились совместно выстраивать такую политику отношений. И когда мы задавали вопросы людям, владельцам этих паёв, а почему вы не уйдете с колоса, почему вы не будете требовать нормальной оплаты за ваши паи, они все отвечают в один голос. Потому что идти некуда, потому что Казимиров платит так же, потому что сады Градиницы платят так же, потому что все платят так же, все одинаково платят так же. А почему они так платят? Потому что сам Разумов говорит о том, что мы так договорились, потому что сам Кобылянский говорит о том же, потому что мы так договорились. Кобылянский не говорит прямой речью. Разумов, он говорит, это даже можно сказать сговор между нами. И он говорит, может, это наш грех, а может, это и нет. Это прямая речь. Но я хочу сказать, это ваш грех. Потому что сегодня забрать у людей то, что в основном их кормит, и что является основным источником дохода, а я скажу, почему это основной источник дохода. Потому что зерно-то никто не продает. Потому что зерном этим обычно удовлетворяет хозяйство домашнее, и за счет которого люди выживают. Мясо, молоко и так далее. То есть за счет этого яйца, куры, они именно этим всем прокармливают свой домашний скот. И получая сегодня в 4, в 3, в 5 раз, в 2 раза меньше, там я просто сейчас дожидаюсь анализ, сколько каких размеров паёв там вообще. И тогда я смогу сказать точную сумму недоплаченных денег только в 2018 году, я уже не говорю за весь период. Так вот этот сговор привел действительно к греху того, что просто людей обобрали. Ну и заключна частина нашої трилогії «Обладміністрація». Повинно ж керівництво своє вагоме слово сказати. Ми прийшли, як я говорив уже, к сенсаційному наблюденню. Такого нігде нет і бути не може. Георгій Блошиця поговорив з начальником управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації Іваном Петровим і з'ясував, що обласна адміністрація не знає, що відбувається в Градиницях. Чи не хоче вірити? Але спершу розмова пішла про відсотки за пай. Згідно указу президента 2004 року, ще раз нагадаю, не менше 3%, але з поступовим збільшенням, залежно від економічної ситуації в державі. Тобто на сьогодні, аналізуючи, і ці офіційні дані ви можете побачити на сайті Міністерства аграрної політики, аналіз рентабельності вирощування різних культур, ми бачимо, що цей рівень, відсотковий рівень, він є на сьогодні вже економічно необґрунтований. І тому обласна державна адміністрація наполягає на тому, щоб на сьогодні
платили, сплачували громадянам, власників паїв не менше 8% від нормативно-грошової оцінки. Таким чином ми прагнемо до виконання того ж самого указу і взагалі до покращення добробуту сільського населення в першу чергу. Якщо ви є власником землі, а громадяни-пайовики є власником землі, вони можуть розпоряджатися нею, тобто передавати в оренду чи одному, чи іншому, чи третьому суб'єкту господарювання на власний розсуд. Указ має на меті саме сприяння підвищенню, поступовому підвищенню цієї нижньої межі для того, щоб в першу чергу аграрні компанії великі, які обслуговують велику кількість земель, не могли зловживати цим правом по відношенню до людей. І він має рекомендаційний характер, спрямований на те, щоб поступово ми доводили до реальної, нормальної ринкової ситуації, коли людина за свою землю отримує нормальні кошти. Наша основна задача управління аграрної політики, якщо в даному питанні, це вести роз'яснювальну роботу серед користувачів, тобто орендарів, і серед власників, для того, щоб вони розуміли, хто як може використати цю земельну ділянку в якості, тобто мається на увазі в аспекті рентабельності. Тут все дуже просто. Як каже Максим Володимирович, голова обласної державної адміністрації, у нас є індикатор реальної нормативної вартості землі, відсотків за її користування, яке сплачується на аукціонах при передачі земель державної власності. Так? Ми реальний індикатор там бачимо. І ми його бачимо на сьогодні в середній по області на рівні 12 і більше відсотків. Деколи є 15, деколи є 20, деколи є 25. Тобто цей індикатор нам чітко показує, що на сьогодні вартість, яку готовий орендар сплачувати за землю, ніяк не 3, і не 5, і не 8%. Ми чітко показуємо, Держгеокадастр вам це більше може розповісти, яка на сьогодні реальна нормативно-грошова оцінка і який відсоток на аукціонах вносять користувачі. Тут все просто, ми говоримо, ось твоя земля, сусіднє поле, його в держави взяли під 12%, чого ти свою землю віддаєш під 3%? Ви, як власник, ви би погодились на те, щоб вам платили 5 тисяч гривень, а не 10 тисяч? Ми робимо різними механізмами. Це розпорядження голови, воно підлягає виконанню на території Одеської області. Тобто будь-яка структура, будь-який орган його отримує, він його читає, і він повинен донести цю інформацію до широкого загалу. Взагалі, мені відома інформація зовсім інша, що оплата ведеться згідно з тих умов, які визначаються в договорі, частіше за все з гектара. І за пай – це якби таке побутове висловлювання, що мені платять там за пай, скільки то грошей. Це як говорять люди в селі. Ну, насправді потрібно подивитися, що входить в ту оплату, в ту суму, яку людина отримує, як вона відображається у самого підприємця. Він же ж не просто йому так взяв, віддав, то йому віддав і все. Це все відбувається документально і таке інше. І, тобто тут трошки абсолютно неправильний підхід до розуміння цього питання. Я вам кажу, це запай – це побутове висловлювання в селі, запай. Однак вони чітко, кожен знає, хто скільки з них. Ви спитайте, скільки ти отримуєш кілограм зерна на гектар, він вам зразу скаже, скільки. Він почує там 600, 800, 500 кілограм. Це вам зразу відповідь буде за те, що вони поінформовані, скільки вони отримують за гектар. Кажу, трошки переформулюйте їм питання, і вони вам відповідають. Люди взагалі не знають, який у них пай. Ми делали соцопрос, ми задаємо вопрос, а який розмір вашого пая? Всі називають разно. Ну, звичайно. Оплата у всіх однакова, а паї різних розмірів. Тобто, наприклад, оплата в твердій сумі чи у відсотках? Ну, либо деньги, либо тонна 100, наприклад, за пай. І ми починаємо виясняти, у одного пай 1,2 гектара, у другого 1,8, у третього 3,4, у четвертого 4,5, а у всіх тонна 100 или там сума кратна їм. Ну, це просто інформація, може, вам буде полезна. І, по його мнению, ну, просто невозможно, і бути такого не може, щоб где-либо платили владельцам земельних паїв не за гектар, а за пай в целом. И когда я пытался объяснить, что это даже не просто фигура речи, или как он вот мне представлял, это побутово такое высловливание, если дословно говорить. Я ему донес и подчеркнул основную идею, что речь идет не просто о том, что, например, фирма «Колос» платит за пай. Это как выражение. А речь идет о том, что фирма «Колос» платит за пай,
который оценивается в 1 тонну 100 зерна, начиная, размер пая начинается от 1 гектара и заканчивается почти 6 гектарами. Вот разные паи, все стоят одинаково тонна 100 зерна. Вот. На что просто как бы было неимоверное удивление и даже некоторая растерянность. Я подчеркиваю этот фактор как очень важный, потому что, учитывая функции управления и особую роль председателя Одесской областной администрации, и то, что я донес официально эту информацию, говоря о том, что это происходит именно в Градиницах, не во всей Одесской области, потому что действительно во всей Одесской области в целом все платят, исходя из реальной и нормальной, значит, расчетной ставки, стоимость оплаты за гектар земли. Сколько гектар земли в пае? Но это зависит от того, какой у человека пай. Если это будет 3 гектара земли, значит, это будет там 3 тонны, например, или 3 тонны 300 зерна. Но в случае с колосом, если это будет пай размером 1 гектар, это будет тонна 100 зерна. Если этот пай будет размером 2 гектара земли, это все равно будет тонна 100. Если этот пай будет размером 3 гектара, это все равно будет тонна 100. И даже если этот размер пая будет размером 5 гектар, то снова это будет все равно тонна 100 зерна. И вот я специально проговариваю вот такую вот цепочку, чтобы зритель, а в особенности жители села Градиницы, просто поняли, что да, там существует сговор, что областная администрация как минимум официально открещивается от того, что такое возможно в лице начальника управления Петрив Иван. Вот. И это дает нам надежду на то, что в следующем году, а я обязательно посчитаю, скажу, сколько в этом году недоплатили все арендаторы земель, там три основные компании, фирмы, сколько недоплатили жителям села Градиницы, чтобы они понимали, сколько в следующем году у них должно быть увеличение в бюджет семьи. Мы сподіваємося, що жителі відчули, що можуть вимагати від орендарів свої гроші. Поки ж виходить так, що Градиниця – єдине село в Одеській області, а може і в усій Україні, в якому так обманують селянина. Начальник управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації Іван Петрів наотрез відмовився вірити в те, що може бути подобна практика, як оплата за земельний пай. И эти земельные паи действительно все разных размеров, а платят всем одинаково. И вот тогда, когда я это сказал, вот примите тогда к сведению, и это важно, он сказал спасибо, это было зафиксировано на камеру, и я буду как бы настаивать на том, чтобы они все-таки свою основную функцию информирования и выполнения распоряжения губернатора, то есть председателя областной администрации, заставили выполнить все органы, структуры и службы, чтобы это было донесено действительно людям, и чтобы люди поняли, что они должны требовать, потому что это их цель. Он ее так и озвучил, что эти люди сами должны требовать. Их задача донести истину, какая настоящая цена. А люди должны требовать у своего арендатора, чтобы он пересмотрел условия оплаты. На цьому ми нашу розмову про це село не закінчуємо. Ми повинні дізнатися, коли там перестануть обманувати селян. Спасибі вам, Георгій. Ми з вами ще їдемо туди. Ну, все добре. Да, спасибо вам. Ну все, дорогі мої, зустрінемось на наступному тижні.